Пьяный водитель должен быть наказан по всей строгости закона. На этом настаивает российский премьер. О своей точке зрения Дмитрий Медведев заявил на встрече с представителями парламентских фракций. Еще одна важная тема встречи – совершенствование государственной миграционной политики. Сегодня нам нужно со всем этим разбираться, обеспечить экономику, конечно, современной рабочей силой, создать цивилизованный рынок труда, привлекать квалифицированных специалистов, иностранных в том числе, по наиболее дефицитным и востребованным у нас специальностям, но не в ущерб российским гражданам. Мы с вами понимаем, кто к нам пока едет, в основном это неквалифицированные работники, которые зачастую с трудом объясняются на русском языке, плохо знают нашу культуру, наши обычаи, из-за этого конфликты, к сожалению, преступления. Дмитрий Медведев поддержал введение для мигрантов обязательных экзаменов на знание русского языка и культуры. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. По словам премьера, в этом нет никакой дискриминации. Такая практика существует в большинстве стран мира.